Коммунальные услуги сделать качественными, а управляющие компании – добросовестными. Губернатор Сергей Морозов провел совещание с сотрудниками сферы ЖКХ. От сантехника до министра. По распоряжению главы региона все работники отрасли будут под надзором госжилконтроля. Чтобы гарантировать независимость экспертиз, эту структуру сделают отдельно от Министерства ЖКХ и переведут к подчинению к первому зампреду и губернатору. Для того, чтобы, так сказать, рука руку не мыла. А чтобы, так сказать, у вас были полные полномочия заставить строго соблюдать всех действующее российское законодательство. И если вдруг понадобится, то наказать и министра. Министерство энергетики и ЖКХ предложило управляющим компаниям открыть информацию о своей работе, сотрудничать со СМИ, выкладывать планы работы и заключения жилищной инспекции на сайтах в открытом доступе. Отказавшиеся компании упадут вниз рейтинга. Скрытность коммунальщиков приведет к неприятным последствиям. Ульяновцы станут выбирать их все реже, а проверять их будут все чаще. Это будет дополнительным стимулом, во-первых, для тех управляющих компаний, которые, скажем так, не могут обеспечить вот то качество, которое необходимо для населения. Ну и, соответственно, это будет определенный груз на чашу весов при выборе управляющей компании со стороны собственников. Совет управляющих компаний инициативу поддержал. Самим же его участникам хочется оставить в своих рядах только лучших и работоспособных. По мнению председателя совета, выявление воров и бездельников поможет вывести услуги ЖКХ на высокий уровень. Чем открытие управляющей компании, тем больше информации у потребителя, тем меньше возможностей для ведения каких-то недобросовестных действий. Ну, по сути, то, что люди понимают под воровством, то есть тем в конечном итоге будет в более высокое качество при более низкой цене. Если руководителей управляющих компаний надо сделать честнее, то собственников жилья грамотнее. Председатели советов многоквартирных домов будут просвещать по правовым вопросам. Для этого разработана программа управления обслуживанием многоквартирного дома. В ней дополнение проведут агитпоезд и воплотят проект «Школа грамотного потребителя». Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.